Лучшие борцы России, Армении, Белоруссии, Украины, США, Абхазии и Южной Осетии собрались во дворце спорта «Манеж». Здесь стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. За звание лучших в разных весовых категориях борются около 250 спортсменов. Наставники остинских вольников уверены, что львиная доля наград будет у наших ребят. Родные стены обязывают на результативные схватки. Этот турнир очень важен. Наверное, это самый такой значимый турнир в республике. Многие к этому турниру готовятся годы. Сильнее меня только мой отец, говорил известный борец Иван Поддубный. Сильнее Андиева, кажется, не было никого. При росте 198 сантиметров и весе 112 килограммов спортсмен имел абсолютно все шансы стать борцом мирового класса. Уже в 17 лет он выиграл первенство страны. В 22 Сослан Андиев – чемпион мира среди юношей. Для многих поколений борцов турнир имени Сослана Андиева служит стартовой площадкой. Благодаря этим соревнованиям на высшую ступень пьедестала не раз шагнули Артур Таймазов, Хаджимурат Гацалов, Бесик Кудухов. Этот список можно продолжать. Нынешний, уже 36-й турнир на призы легендарного спортсмена не должен стать исключением. Чемпионат мира по вольной борьбе этого года в Ташкенте показал, что многие из тех ребят, которые прошли школу наших турниров, этого турнира, они достойно выступили и стали чемпионами мира. И то есть мы так дальше рассчитываем, потому что это был большой успех. Рассчитываем, что и сегодня мы опять найдем новые таланты. Жители и гости североостинской столицы на два дня станут свидетелями красивого праздника вольной борьбы. Турнир обещает быть одним из самых сильных по составу участников за последние годы. Земфира Лулаева, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.